Из Мезинского района в Канинскую тундру. На западе Ненецкого округа идет перегон оленей на летнее пастбище. Такое путешествие – вынужденная мера для сохранения стада. Зимой олени ищут корм на просторах Тиманской тундры, а летом обитают на побережье Баренцева моря. Во время переходов бригады общины Канин преодолевают в день десятки километров. О путешествии тундровиков расскажет Екатерина Гончарова. Почти 600 километров за несколько месяцев. Испытаний не только для оленей. 13-тысячным стадом Ненецкой общины Канин управляют 120 знатоков своего дела. В этом году оленеводы на летние места обитания отправились позже обычного. Из-за непогоды образовался наст, скрывающий корм от животных. Начало пути было сложным, отмечают в общине. Пришлось переплывать реки, в некоторых местах даже сооружать мосты. В конце марта, в начале апреля тут две бригады вышло. У них тогда было холодно, у них... И как бы корка была, наст, у них олени обратно уходили. И, в общем, тяжело им было. А сейчас, в которые оленеводы идут, сейчас стало тепло. Это бугры открылись, корму хватает, и олени живут нормально. Олени еще не добрались до летнего пастбища, а в стаде уже появилось пополнение. Начался отел важенок. В этом году канинские оленеводы ожидают снижения рождаемости у животных. Говорят, виной всему опять же погода. Год, естественно, был у меня очень удачный. Он очень был гололед. Олени плохо ели. Да и весна вся, когда выходили, тут мор был на ракой. Пришлось ждать. Во время перегона особое внимание оленеводы уделяют защите животных от хищников. На пути стада встречаются росомахи и медведи. Но опаснее всего считают песцов, казалось бы, совсем небольших обитателей тундры. Она маленькая, но она очень коварная. Чем же? Они, и главное, их еще и много бывает. Они песцы, они не боятся, они ходят и среди стада, а среди стада ты их и взять ты ее не можешь. Потому что важники, отелившиеся важники, они могут даже и телят побросать. Так что очень осторожно с ними надо. А эти песцы очень коварные. Сейчас в пути находится 10 бригад Ненецкой общины Канин. Раньше всего до места назначения доберутся 1-я и 8-я. По последним данным, их стада находятся в районе Шойны. На побережье Баренцева моря они прибудут в середине мая. Екатерина Гончарова, Николай Ваучейский, телеканал «Север».